последнее время YouTube списывает очень много просмотров, взаимных подписок. 13-14 декабря было списано, ну конкретно у меня было списано 50 человек, непонятно почему. Вот. Якобы это мертвые аккаунты, аккаунты, которые ко мне подписались на меня, но ко мне не заходят. Вот. Ну точно так же и это было массовое списание. Вот. Взаимная подписка — это страшные слова для YouTube. Списание просмотров — это уже в порядке вещей. Списание подписчиков — дальше что будет, неизвестно. Возможно, что вообще закроют его. Есть такая площадка, как Яндекс.Дзен. Можно попробовать попытаться на ней выйти. Вот. Но опять же, заинтересовать аудиторию чем? Если есть желание, можно заинтересовать там какими-то хорошими обзорами, какими-то косплеями, там, каким-то прохождением игр, какими-то влогами. Вот. У всех тематика канала разная. Вот. Поэтому заходите на Яндекс.Дзен, пробуйте, пытайтесь. Если кому-то будет интересно, и у кого-то есть больше 1000 подписчиков, вы можете зайти еще на Алипрайс. И на Алипрайсе есть такая возможность выиграть на тестирование, на обзор, как какие-то предметы, какую-то технику, какие-то там вещи. Вот. Но опять же, как это не совсем бесплатно будет, это будет там за чисто символическую стоимость до 100 рублей. Вот, то или 60 рублей, ну что-то такое. Вот. Но опять же, это тоже розыгрыш, повезет вам или нет, неизвестно. Вот. Если кому-то интересно, можете пройтись по площадкам, таким, которые раздают там бесплатные крема, бесплатную косметику, пробники. Вот. Сделать обзоры на это. В принципе, вариантов для творчества масса. Вот. Единственное, что YouTube, конечно, напрягает своими вот этими списаниями. Это вообще. Особенно, когда у тебя еще нет 1000 подписчиков. Это, конечно, очень сильно напрягает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите, постоянно просматривайте видео. Может быть, кому-то будет что-то интересно, что-то полезно. Вот. Всем пока.